В третьей серии мы продолжим рассказ о противотанковых гранатометах одноразового применения. Это нештатное оружие мотострелковых подразделений, которое расширяет их возможности. Первым образцом отечественного одноразового гранатомета стал РПГ-18 «Муха». Реактивная противотанковая граната РПГ-18 «Муха» одноразового действия. Его приняли на вооружение в 1972 году. В 80-м на смену «Мухе» пришел РПГ-22. Главное достоинство одноразовых гранатометов – высокая готовность к боевому применению. Они просты в обращении. Использовать это оружие может даже неподготовленный солдат. Боевые качества одноразовых гранатометов улучшались с каждым новым образцом. Вектор развития был направлен в сторону повышения могущества боеприпасов. Следующим этапом в эволюции одноразовых гранатометов стало создание гранатомета РПГ-26. При одинаковом калибре с гранатометом РПГ-22, 72 мм, здесь удалось повысить бронепробиваемость до 440 мм. В отличие от предшественников РПГ-18 и 22, у РПГ-26 пусковое устройство нераздвижное. Такое решение позволило упростить конструкцию. Дальнейшее совершенствование реактивного двигателя позволило обеспечить начальную скорость гранаты на гораздо меньшем пути. В результате само пусковое устройство имеет достаточно компактные размеры, всего лишь 770 мм, как в боевом, так и в походном положении. Перевод гранатомета РПГ-26 в боевое положение совершался тремя простейшими действиями. Необходимо было поднять прицел, вынуть чеку, поднять предохранительную стойку. Гранатомет готов к стрельбе. Передние и задние крышки сделаны из резины. Перед выстрелом снимать их не надо. Задняя срывается истекающими газами, а передняя разрывается вылетающей гранатой. При замедленной съемке хорошо видно, как это происходит. Вот разрушается и слетает задняя крышка. А на этом кадре обтекатель гранаты разрывает резину передней крышки. Крышки из резины используются и в более поздних моделях одноразовых гранатометов. Если необходимость стрельбы отпала, то предохранительную стойку надо опустить, чеку вставить на место, мушку опустить. Гранатомет безопасен и готов к переноске. По сравнению с предшественниками, в РПГ-26 несколько усложнилась настройка диоптрийного прицела под условия температуры. При температуре воздуха от минус 15 до плюс 15 соответствующий знак надо совместить с белой точкой. В сильную жару или мороз выбирается плюс или минус. РПГ-26 заменил в производстве «Муху» и РПГ-22, превзойдя их и по удобству применения, и по боевым характеристикам. Сегодня РПГ-26 является основным одноразовым гранатометом российской армии.
На полигоне предприятия «Базальт» нам дали возможность проверить пробивное действие боевой части РПГ-26. Для этого эксперимента мы соорудили вот такой сэндвич из 4 бронелистов общей толщиной 200 мм. Боевую часть мы установили сверху и подрывать ее будем дистанционно. Значит, посмотрим результат. Первая плитка у нас пробита насквозь. Во второй и третьей плитке тоже. В принципе, полученный результат нас не удивит. Броню толщиной 200 мм РПГ-26 пробивает без проблем. Причем это только половина его максимального результата. Но кумулятивная струя проделала дыру и в земле. Глубина больше метра. И это после пробития 200 миллиметров брони. Несложно догадаться, что экипажу танка не поздоровится, да и сам танк наверняка выйдет из строя. В начале 80-х годов танки стали оснащать динамической защитой. И противотанковые гранатометы, что называется, споткнулись об это серьезное препятствие. Решение проблемы вскоре удалось найти. Для противотанковых гранатометов разработали тандемную боевую часть, то есть два кумулятивных заряда, расположенных один за другим. В нашей стране было создано несколько одноразовых гранатометов с тандемной боевой частью. В конце 80-х годов был создан одноразовый гранатомет РПГ-27. Этот гранатомет был предназначен для поражения бронетехники, оснащенной навесной динамической защитой. Головная часть гранаты была тандемного типа, причем она была унифицирована с выстрелом ПГ-7ВР гранатомета РПГ-7. Передняя боевая часть вызывала срабатывание навесной динамической защиты, а основная боевая часть пробивала порядка 600 мм сплошной гомогенной брони. РПГ-27 создавался не как замена гранатомету РПГ-26, а как дополнение к нему. В зависимости от предстоящей боевой задачи, командир имел возможность дооснастить свои подразделения необходимым оружием. Пусковое устройство РПГ-27 по своей конструкции подобно предыдущему образцу. И откидная мушка, и диоптрийный прицел с поправкой температур, и ударно-спусковой механизм – все это будет знакомо бойцу, стрелявшему из РПГ-26. Необходимость значительного повышения бронепробиваемости потребовала создания достаточно тяжелой боевой части. Для разгона этой боевой части в стволе гранатомета был необходим более мощный реактивный двигатель. К тому же весь реактивный двигатель должен был сгорать на длине пускового устройства, чтобы обеспечить безопасность стрелка. Именно поэтому гранатомет получился таким достаточно большим. Его длина более 1 метра, а масса чуть более 8 килограмм. Он больше, чем РПГ-217, 22 или 26, но он обладает значительно большими возможностями по поражающему действию гранат. Итак, РПГ-27 с тандемной кумулятивной боевой частью способен пробить 600 мм брони за динамической защитой. По бронепробиваемости это один из самых мощных отечественных гранатометов. Однако первенство по этому показателю пока удерживает другой образец. В начале 2000-х годов был создан одноразовый гранатомет РПГ-28. Это самый мощный в России одноразовый гранатомет. Он имеет калибр боевой части 125 мм, такой же, как и у танковой пушки. Но, однако, уровень его бронепробиваемости значительно выше. Казалось бы, танк – мощнейшая боевая машина. Бронепробиваемость кумулятивного снаряда танковой пушки около 600 мм. Но РПГ-28 способен пробить броневой лист метровой толщины. Почти в полтора раза больше. Конечно, дальность стрельбы танковой пушки недосягаемая для РПГ-28 величина. Но гранатомет
Это сравнительно легкое и компактное оружие пехотинца, обладающее при этом большим могуществом. Справедливости ради отметим, что отечественные танки могут стрелять из пушки и ракетами. И в этом случае по бронепробиваемости танк и РПГ-28 сопоставимы. Посмотрим на РПГ-28 в действии. Стрельба происходит на полигоне предприятия «Базальт». Из соображений безопасности гранатомет устанавливается на специальный станок. Выстрел будет осуществляться дистанционно. Пока специалисты готовят РПГ-28 к стрельбе, скажем о нем несколько слов. РПГ-28 – одна из новейших разработок «Базальта». Гранатомет был впервые представлен широкой публике в 2008 году. Это оружие создавалось для борьбы с самыми современными и перспективными боевыми танками. От своих предшественников РПГ-28 унаследовал многие конструктивные решения. Как и любой одноразовый гранатомет, он также прост в использовании и всегда готов к боевому применению. Цель – макет лобовой брони танка. Она эквивалентна 900 мм сплошной гомогенной брони. На броне установлен контейнер с навесной динамической защитой. Тандемная боевая часть гранатомета РПГ-28 должна с ней справиться. Итак, все готово для стрельбы. Это входное отверстие в броне. Динамическая защита не помогла. А это выходное отверстие. Результат – сквозное пробитие брони толщиной 900 мм за динамической защитой. Перед разработчиками этого гранатомета стояла очень непростая задача. Создать оружие, обеспечивающее максимальное поражающее действие, но при этом гранатомет должен был оставаться еще носимым. Легким РПГ-28 не назовешь. Его масса 12 килограмм. Хотя гранатомет РПГ-7 с самым мощным на сегодняшний день выстрелом ПГ-7ВР весит всего на килограмм меньше. Увеличение массы и длины РПГ-28, конечно, снизило маневренность стрелка. Но зато по бронепробиваемости этот гранатомет пока не имеет себе равных. Подведем итог теме одноразовых гранатометов. Напомним, что первым одноразовым гранатометом в Советском Союзе был РПГ-18 «Муха». Компактный и легкий, всего 2 килограмма 600 граммов, он стал прекрасной заменой ручным кумулятивным гранатам. Следующие образцы одноразовых гранатометов развивались по пути повышения бронепробиваемости. Все одноразовые гранатометы имеют дальность прицельной стрельбы в среднем 200-300 метров. На большей дальности действуют уже многоразовые гранатометы. Например, РПГ-7 или РПГ-29 «Вампир». А вот бронепробиваемость одноразовых гранатометов с каждым новым образцом повышалась. С 300 мм у РПГ-18 до 900 у РПГ-28. С ростом могущества гранатометов увеличивалась их масса. В одноразовых гранатометах РПГ-27 и РПГ-28 используется боевая часть тандемного типа. Это позволяет бороться с танками, оснащенными динамической защитой. Органы управления одноразовых гранатометов унифицированы. Освоив, например, РПГ-26, боец сможет без труда использовать и любой другой одноразовый гранатомет. Принципы, воплощенные в конструкции одноразовых противотанковых гранатометов, нашли применение и в развитии нового направления этого оружия. Многоцелевые гранатометы. Они предназначены для поражения легкобронированных целей и живой силы за укрытиями и преградами. С точки зрения конструкции, многоцелевые и одноразовые противотанковые гранатометы почти одинаковы. Главное отличие скрыто внутри.
в многоцелевых гранатометах вместо кумулятивного используется термобарический, зажигательный или дымовой боеприпас. Одной из разновидностей многоцелевых гранатометов стали реактивные огнеметы. Это название они унаследовали от своих дальних предков — струйных огнеметов. Где не берет граната, там возьмет огонь! В годы Первой и Второй мировых войн огнеметы стояли на вооружении многих армий. Существовало несколько разновидностей огнеметов. На танки и автомобили огнеметы устанавливались стационарно. Пехота оснащалась переносными вариантами этого вида оружия. Несмотря на большое разнообразие огнеметов того времени, принцип действия у них был одинаков. Горящая смесь выбрасывалась из ствола под давлением в виде огненной струи. Поэтому такие огнеметы называются струйными. В дальнейшем этот вид оружия практически прекратил свое существование. Относительно малая дальность метания огнесмеси делала такой огнемет малоэффективным. Но в начале 70-х огнеметы как вид оружия получили новую жизнь. В Тульском конструкторском бюро приборостроения был создан принципиально новый огнемет — «Рысь». Его приняли на вооружение советской армии в 75-м году. Главное отличие «Рыси» от предшествующих образцов заключается в способе доставки огнесмеси до цели. В струйных огнеметах горючее вещество выбрасывалось под давлением. В России применено другое решение. Огнесмесь заключена в капсулу, которая выстреливается при помощи реактивного двигателя. Поэтому такие огнеметы получили название реактивных. После выстрела капсула воспламеняется, а при попадании в цель огнесмесь разлетается. По эффективности и дальности стрельбы реактивный огнемет существенно превосходил струйный. Максимальная дальность стрельбы реактивного огнемета «Рысь» составляет 400 метров. Для сравнения, советский легкий пехотный огнемет образца 50-го года имел максимальную дальность всего 70 метров. В 80-х годах были созданы новые взрывчатые вещества. Они обладали мощным фугасным и термическим действием. Это позволило разработать огнемет с термобарическим боеприпасом. Толчком к появлению нового типа оружия послужили боевые действия советских войск в Афганистане. Там выяснилось, что пехота не имеет эффективного оружия для уничтожения противника в укрытиях. Применять же артиллерию и авиацию было не всегда возможно. Да, противотанковые гранатометы могли уничтожить огневые точки в глинобитных сооружениях и скальных пещерах, но при этом расход боеприпасов был слишком велик. Куда лучше для борьбы с подобными целями подходили термобарические боеприпасы. Первым советским образцом оружия с термобарической боевой частью стал реактивный пехотный огнемет «Шмель». Он был разработан в Туле в конструкторском бюро приборостроения. В начале 80-х годов более мощный «Шмель» пришел на замену огнемету «Рысь». «Шмель» является безоткатным оружием, аналогичным по устройству одноразовым противотанковым гранатометом. Так же, как и в гранатомете, пусковое устройство предназначено не только для стрельбы, но также для хранения и переноски боевой части. Главное отличие этого вида оружия от противотанковых гранатометов заключается в том, что его боевая часть не кумулятивная, а термобарическая. Может возникнуть вопрос: раз «Шмель» является огнеметом, то почему при выстреле не видно эффектного и устрашающего пламени? Самое время рассказать о том, как работает термобарический боеприпас. В боевой части заключена капсула со специальным мелкодисперсным составом. При попадании гранаты в цель эта смесь распыляется и мгновенно воспламеняется. Происходит так называемый объемный взрыв. В
фугасное термическое действие термобарического боеприпаса значительно выше, чем у обычного артиллерийского снаряда или мины. Поражающее действие исследовалось на манекенах. Специальные датчики измеряли температуру и давление при взрыве. В момент срабатывания термобарического боеприпаса на живую силу действует сразу несколько поражающих факторов. Во-первых, это высокая температура. Она может доходить до 400 градусов. Во-вторых, при взрыве происходит резкий скачок давления до 10-11 атмосфер. Избыточное давление эквивалентно фугасному действию артиллерийского снаряда калибра 152 мм. Испытания показали, что термобарический боеприпас эффективен не только в закрытых помещениях, но и в зданиях с большим количеством окон. В зависимости от варианта исполнения, боевая часть снаряжается либо термобарическим составом, либо зажигательным, либо дымовым. Если боевая часть термобарическая, то на торцах нанесены две красные полоски. Этот вариант огнемета имеет обозначение РПОА. Одна желтая полоса говорит о том, что это огнемет с дымовой боевой частью, РПОД. И, наконец, РПОЗ с зажигательной смесью маркируется одной красной полоской. Вносимый комплект входит два снаряженных пусковых устройства, соединенных во вьюг. Он переносится за спиной. Дальность прицельной стрельбы огнемета «Шмель» составляет 600 метров. Укрепленные огневые точки, различная легко бронированная техника, живая сила в укрытиях. Подобные цели перестали быть труднодосягаемыми для солдат. При всех достоинствах реактивного пехотного огнемета «Шмель» его недостаток – большая масса. Комплект из двух снаряженных пусковых устройств весит 24 килограмма. А помимо него, боец должен носить и автомат, и патроны, и прочее снаряжение. Поэтому снижение массы оружия являлось одной из основных задач для разработчиков нового огнемета. В 2010 году в Туле был создан «Шмель-М». К официальному наименованию огнемета добавилась аббревиатура «ПДМ». Она означает «повышенная дальность и мощность». Максимальная дальность стрельбы огнемета «Шмель-М» составляет 1700 метров. Его предшественник мог стрелять самое большее на километр. Несмотря на повышение мощности и массы боевой части, «Шмель-М» удалось сделать легче. Носимый комплект, в который входят два выстрела и спусковой механизм с оптическим прицелом, весит 19 килограммов. И «Шмель-М» относятся к классу тяжелых огнеметов. Но иногда меньшая масса оружия важнее прочих характеристик. Для боевых действий в городе, когда нет нужды в большой дальности стрельбы, а решающую роль играет легкость и компактность оружия, разработан малогабаритный реактивный огнемет. Такое оружие можно применять в помещениях и вести стрельбу при углах склонения до 90 градусов и возвышения до 45 градусов. То есть, например, стрелять с верхних этажей здания по целям внизу или, наоборот, с земли по верхним этажам. Основное назначение этого огнемета – поддержка штурмовых групп, поражение противника, засевшего в зданиях. Для таких задач дальности стрельбы МРО 300 метров вполне достаточно. Как и «Шмель», МРО выпускается в трех вариантах – термобарическом, дымовом и зажигательном. Одноразовые огнеметы позволили повысить боевые возможности подразделений сухопутных войск.
Надо отметить, что огнеметы традиционно были оружием войск РХБЗ – радиационной, химической и биологической защиты. Одна из задач этого рода войск – нанесение потерь противнику применением зажигательного оружия, то есть огнеметов. «Шмель», как и предшествующие ему огнеметы, разрабатывался специально по заказу РХБЗ. Высоко оценив эффективность «Шмеля», главное ракетно-артиллерийское управление потребовало создать подобное оружие и для мотострелков. Сначала был разработан термобарический боеприпас для уже существующего гранатомета РПГ-7. Новый выстрел получил наименование ТБГ-7В. На этих кадрах можно видеть результат действия этого выстрела. Позже термобарический боеприпас решили использовать и в одноразовых гранатометах. Термобарическая боевая часть применялась и в реактивных штурмовых гранатах, разработанных в конце 90-х специально для мотострелков. С целью унификации за основу взяли уже созданные одноразовые гранатометы. Сегодня существуют два образца реактивных штурмовых гранат. Расскажем о каждом из них в порядке появления. В конце 90-х на основе гранатомета РПГ-27 был создан одноразовый гранатомет для проведения штурмовых операций в населенных пунктах. Это реактивная штурмовая граната РШГ-1. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, различных видов вооружения, а также живой силы, находящейся в различного рода сооружениях или открыто. Термобарическая боевая часть этого гранатомета аналогична гранате ТБГ-7В гранатомета РПГ-7. Реактивный двигатель и пусковое устройство практически полностью заимствованы от РПГ-27. Гранатомет также прост по устройству и применению, как и все наши одноразовые гранатометы. Необходимо объясниться с названием. По поражающему действию и «Шмель», и РШГ-1 одинаковы. В обоих термобарическая боевая часть. Но «Шмель» именуют огнеметом, а РШГ-1 – реактивной гранатой. Такая классификация сложилась исторически в силу того, что огнеметы всегда были оружием только войск РХБЗ. Мотострелки следовали своим правилам, поэтому новый гранатомет, по аналогии с предшественниками, назвали реактивной гранатой. Боевая часть выстрела ТБГ-7В и гранатомета РШГ-1 имеет оригинальную конструкцию. Она защищена патентом. Суть изобретения заключается в следующем. На передней части гранаты имеется очень прочный наконечник. При попадании в твердую преграду он вминается внутрь корпуса гранаты, образуя при этом кумулятивную воронку. При подрыве боевой части именно за счет этой воронки обеспечивается пробитие дыры в корпусе бронетранспортера порядка 30-40 см или пролома в кирпичной стене. В образовавшиеся отверстия затекают продукты взрыва боевой части. Они обеспечивают поражение живой силы, находящейся за преградой. Эффективность действия этой гранаты соответствует по мощности разрыву 122-миллиметрового осколочно-фугасного снаряда. Дальность прицельной стрельбы из РШГ-1 составляет 600 метров. Практически одновременно с РШГ-1 была создана реактивная штурмовая граната РШГ-2. Тактико-технические характеристики РШГ-2 немного скромнее. Дальность стрельбы 350 метров, да и могущество послабее. Эта штурмовая граната разработана на базе РПГ-26, поэтому отличается компактными размерами и небольшой массой. В отличие от гранатомета РПГ-26, она имеет термобарическую боевую часть. Однако пусковое устройство и реактивный двигатель, так же как и органы управления, абсолютно одинаковы. Гранатомет обеспечивает поражение легкобронированной техники, автомобилей, расчетов пулеметов, гранатометов, а также живой силы, находящейся в различного рода сооружениях. Вот пример. РШГ-2 ведет огонь под ЗОТ. От взрыва мешки с песком подлетают на 10-15 метров. Мощь термобарического боеприпаса очевидна. Но что делать пехотинцам, если противник засел за толстыми кирпичными или бетонными стенами и не желает сдаваться?
Для таких случаев конструкторы «Базальта» разработали РМГ – реактивную многоцелевую гранату. Ее особенность в том, что боевая часть РМГ тандемного типа. Передняя часть кумулятивная, а основной заряд – термобарический. При попадании в цель, например, в стену, кумулятивный снаряд делает в ней пробоину. Сквозь пробоину устремляется термобарическая смесь основного заряда. Она и поражает цель за преградой. Снаружи в стене образовалось небольшое отверстие. Его пробил кумулятивный заряд. А с обратной стороны совсем другая картина. Здесь разрушений гораздо больше. Это следствие взрыва термобарической смеси. Такой гранатомет обеспечивает поражение бронетранспортеров, боевых машин пехоты, а при необходимости и танков в борт. Кроме того, обеспечивается поражение живой силы за различного рода преградами. На сегодня это один из лучших в мире многоцелевых гранатометов. РМГ обладает самой высокой эффективностью запреградного действия среди отечественных и зарубежных гранатометных систем. Реактивные штурмовые гранаты с пусковыми устройствами одноразового применения сохранили все достоинства базовых образцов. Они эффективны против живой силы, особенно при попадании боеприпаса внутрь помещения. Существенное поражающее действие оказывают реактивные штурмовые гранаты и по легкобронированной технике. Необходимо сказать несколько слов и о том, как обучают гранатометчиков. Естественно, что в процессе обучения тратить боевые гранаты не экономно, да и опасно. Для того, чтобы новобранец смог освоить оружие, существуют различные средства. В первой серии мы рассказывали о том, как гранатометчиков учат стрелять из РПГ-7. Вместо боевой гранаты используется ПУС – приспособление для учебной стрельбы. В корпус гранаты встроен ствол и ударно-спусковой механизм. Солдат осваивает настоящий гранатомет, а стреляет обычным автоматным патроном. Только после этого бойцам выдают боевые гранаты. Волнуется рядовой Численко. Сегодня он впервые стреляет боевыми гранатами. Давно мечтал он об этом. Ждал с тех пор, как получил гранатомет. Сегодня процесс обучения гранатометчика компьютеризирован. Например, для реактивного пехотного огнемета «Шмель» создан специальный тренажер. На экран проецируется трехмерная модель поля боя. В корпус гранатомета встроено специальное оборудование, позволяющее стрелять по виртуальным целям. Так что отработать навыки стрельбы и обращения с гранатометом можно в учебном классе. Для обучения стрельбе из гранатометов, помимо инертных гранат, созданы и специальные выстрелы. Вот, например, РПГ-27, адаптированный для использования имитационных гранат. Внешне такой гранатомет почти не отличается от боевого образца. Но с казенной части установлено пусковое устройство с вкладным стволом. В этот ствол и заряжается имитационная граната. Траектория полета учебной гранаты полностью идентична боевой. В ноше этого человека сложно узнать гранатомет. За спиной бойца транспортно-пусковые контейнеры с выстрелами. Сам гранатомет, а точнее пусковое устройство, переносится в маленькой сумке. Это РПГ-32, или, как его еще называют, Хашим. Такое экзотическое имя он получил на Ближнем Востоке. РПГ-32 разработан по заказу Иордании. Уникальность Хашима в том, что это мультикалиберный гранатометный комплекс. Выстрелы к нему сделаны по типу одноразовых гранатометов. Граната находится в транспортно-пусковом контейнере. Эти контейнеры могут быть разного калибра – от 72 до 105 мм. Боевая часть – кумулятивная или термобарическая. В зависимости от типа цели выбирается тот или иной контейнер.
Выстрел-контейнер присоединяется к пусковому устройству, и РПГ-32 готов к стрельбе. Гранатометный комплекс РПГ-32 «Хашим» вобрал в себя наилучшие качества одноразовых и многоразовых гранатометов. Боеприпасы хранятся и переносятся в герметичных контейнерах, которые являются частью пускового устройства. Это снижает время подготовки к стрельбе. Само по себе пусковое устройство с оптическим прицелом довольно легкое и компактное. Король Иордании Абдалла II лично присутствовал на показательных стрельбах. Кумулятивный выстрел «Хашима» способен пробить около 750 мм брони. Дальность прицельной стрельбы — 700 метров. Помимо бронетехники, РПГ-32 способен поражать и другие цели. Например, живую силу в железобетонных укреплениях или зданиях. Иорданским военным «Хашим» понравился. Заинтересовались этим гранатометом и в российской армии. Но вопрос о принятии РПГ-32 на вооружение решится только после государственных испытаний. Итак, в этой серии мы рассказали о многоцелевых реактивных гранатах и реактивных огнеметах, которые появились в последней четверти 20 века. Они способны решать множество задач. Одна из них — поражение пехоты противника. Однако были созданы противопехотные гранатометы, предназначенные исключительно для поражения живой силы. Этому оружию посвящена четвертая, заключительная серия нашего фильма. В ней мы расскажем об отечественных противопехотных гранатометах, начиная от винтовочного гранатомета «Дьяконова» и заканчивая новейшими автоматическими, подствольными и специальными гранатометами.